Я вам лично расскажу про то, как в самокате мы делаем профессию курьера лучше. Но начать хотелось бы с того, чтобы немножечко рассказать о том, что сегодня вы увидите. Я вам расскажу про рынок курьеров 2021 года, расскажу вам про технологии на стыке HR и IT, то, как раз чем занимаюсь я и моя команда. Расскажу вам немного про деньги, про то, как эта команда их приносит. И расскажу про то, как мы видим будущее наших технологий, будущее развития технологий самоката на стыке HR и IT. Еще раз представлюсь, меня зовут Андрей Липовский, я Product Lead в Самокат Pro, 5 лет в доставке, сначала был долго в доставке пиццы, теперь я в доставке абсолютно любых товаров за 15 минут. Очень люблю поесть, очень люблю скорость, наверное, поэтому я и нахожусь на этом рынке и с него не собираюсь уходить, мне здесь очень и очень нравится. Для того, чтобы потихоньку вы могли активизироваться, для того, чтобы было интереснее слушать сегодняшний доклад и для того, чтобы мы могли с вами чуть получше раскрыть его тему и суть, я предлагаю конкурс. Лучший вопрос. 1000 рублей в самокате. Вы сможете заказать продукты с доставкой за 15 минут. В приложении просто надо будет ввести код. Таких промокодов я сегодня разыграю 3. 3 лучших вопроса, 3 промокода, 3000 рублей. Я надеюсь, что вам будет интересно. Я надеюсь, что мы с вами обсудим в конце, в последние 10 минут, что-то, что поможет сделать доклад лучше, что-то, что поможет его раскрыть для всех, кто сегодня находится в аудитории виртуальной, всех, кто нас сегодня слушает. Поэтому давайте начнем. Надеюсь, что многие из вас, если не все, уже пробовали доставку самоката, заказывали, может быть, друзья пробовали, пользовались. Если еще нет, то я вам сейчас расскажу немножечко про самокат. Если да, ставьте плюсики, пишите комментарии о том, где вы пользовались, как пользовались и за сколько минут самокат привозил вам заказ. Вот у меня самое быстрое, лично у меня привозили за 7 минут. Я не так далеко живу от Darkstore, и мне вот буквально за 7 минут доставляют заказы, так что мне везет, и я очень сильно экономлю время, потому что самокат – это про время. В 21 веке, сейчас, в 21 году, мы тратим очень много времени на разные вещи. Нам хочется тратить больше времени на то, чтобы проводить его кому-то с семьей, кому-то за самообразованием, кому-то за вещами, которые ему кажутся более важными и приоритетными, чем рутина. Рутина может быть разной, в том числе и поход в магазин. Вот, в частности, самокат экономит время тем людям, которые хотят что-то приобрести, хотят приобрести какой-то товар, и экономят целые часы жизни. Часы жизни, в которые не приходится одеваться, собираться, идти в магазин, выбирать там что-то, мучиться, искать какие-то товары со скидками или еще что-то, что подходило бы лучше. Тратить на это часы. Вместо этого мы позволяем всем тем, кто пользуется нашим продуктом, экономить это самое время и использовать его для того, что действительно важно и что действительно нравится и нужно. А если говорить в цифрах, то сейчас самокат – это доставка за 15 минут. Мы находимся более чем уже в 20 городах нашей необъятной родины. Примерно 200 тысяч заказов в день доставляем и делаем. И у нас сейчас 40 примерно тысяч активных курьеров. Разные компании, разные команды устроены разным образом. Какие-то компании устроены как серьезная армия, там, с генералом, с какими-то подчиненными, дивизионами и так далее. Какие-то команды устроены как спортивные игровые команды, футбольные, баскетбольные, волейбольные, где есть тренер, есть там какая-то более-менее горизонтальная система подчинения. А мы в самокате ассоциируем себя с командой Формулы-1, потому что наш приоритет также – это время, скорость, секунды, минуты. Это очень важно. Это очень важно, потому что мы помогаем экономить время всем участникам процесса, всем, кто работает у нас и всем, кто нашим продуктом пользуется. Плюс к тому, наша команда считается вот такой гоночной еще потому, что мы действительно организованы настолько же хорошо и стараемся улучшать нашу операционную модель таким образом, чтобы на доли секунды, на секунды быть еще быстрее, еще лучше, еще совершенней. И как раз-таки одним из способов достижения лучших результатов, спортивных, хотелось сказать, мы для этого, вот есть моя команда, мы занимаемся реализацией специальных технологий для
сотрудников и не сотрудников компании для курьеров-партнеров. Если вы делали заказ в самокате, наверняка вы представляете, как выглядит курьер, который вам этот заказ передаст. Он будет, скорее всего, в розовой форме, с розовым рюкзаком. Она будет аккуратная, опрятная. Скорее всего, курьер будет вежлив, будет учтив и будет в большем количестве случаев, скорее всего, улыбаться вам, передавая заказ, стараясь вот маленькую минутку времени, когда он это делает, немножечко улучшить ваш день. Однако это не в 100% случаев происходит, к сожалению. Вот. Но мы стараемся над этим работать и стараемся на это очень активно влиять. И нам кажется, у нас есть такой тезис, что чем-то курьеры в розовой форме могут отличаться от других. И мы постоянно этим вопросом задаемся и стараемся улучшаться, отвечая каждый день на него. Для того, чтобы вы понимали, в каких условиях нам приходится конкурировать как компании, которая делает быструю доставку, я вам вкратце расскажу о том, как сейчас выглядит рынок вообще курьеров в 2021 году, любой рынок доставки. Это может быть доставка пиццы, это может быть доставка продуктов, еды, неважно, абсолютно неважно, потому что все это одни и те же люди, рынок общий, у него общие риски и общие проблемы. И чаще всего все сталкиваются с ненормированным графиком, с невозможностью отдохнуть, с невозможностью просто буквально там где-то присесть, где-то перевести дух, с огромные риски потерять или не получить заказы и не получить работу, а значит, не получить денег и остаться ни с чем. По сути, такая работа теряет смысл. Огромные риски оплаты за заказы, потому что многие коллеги по рынку оплачивают что-то, на что курьер реально повлиять не может. Ведь курьер, который передает заказ, никогда не влияет и не может влиять на то, чтобы этих заказов было больше или меньше. Ну и, к сожалению, на рынке очень распространенная проблема – это униформа и транспорт, средства передвижения. Любые велосипеды, автомобили – все это есть такая большая проблема, потому что, как нам кажется, отношение к ребятам, которые стали настоящими героями 21-го года, 20-го, прошу прощения, еще ковидного 20-го года, какое-то несправедливое несколько отношение, потребительское. Курьер воспринимается в нашей большой системе как пилот, как фронтмен, как человек, которого действительно видит, который получает эту медаль за то, что какой-то заказ был доставлен, вот как у меня, например, за 7 минут. И для того, чтобы все это происходило, у нас очень хорошо отстроены процессы. Процессы логистические, операционные, IT, процессы команды поддержки. И высокая эффективность каждого из этих звеньев – это просто необходимость, это данность рынка. Какие-то компании где-то из этих звеньев в чем-то отстают и, к сожалению, теряют свою долю на растущем и очень конкурентном рынке, чего мы, кстати, делать совсем не хотим. И стараемся добиваться своих конкурентных преимуществ на этом самом рынке созданием удобных инструментов. Если говорить об инструментах для людей, которые нам помогают собирать заказы, формировать заказы, доставлять заказы, то, конечно же, для разных групп этих аудиторий мы создаем специальные инструменты, в том числе и мобильное приложение. Мобильное приложение, о котором я вам сегодня расскажу. Сейчас вы видите на экране три иконки. Одна из них, я надеюсь, вам знакома, я надеюсь, вы ей пользовались, она в розовых цветах. Это клиентское приложение самоката, которое доступно в App Store и Google Play. А вот две других интересны. Про ту, которая в центре, я сегодня не расскажу. Это отдельно интересная тема для большого доклада, возможно, как-нибудь в следующий раз. А вот про самую правую, которая синего цвета, как раз-таки расскажу. Самокат Pro – это приложение Компаньон для сотрудников самоката или курьеров-партнеров. Это то самое приложение, которое можно использовать не в рабочее время, а во внерабочее время, как персональный ассистент, который поможет решить множество сопутствующих работе, сопутствующих любому трудовому действию задач. Хочу вам рассказать о том, что там есть внутри, что это за приложение такое, и почему его надо использовать именно вне работы, чем это вообще, зачем это нужно, это же курьеры, как бы, зачем им это все, звучит дорого.
Ну, как и в любом приложении, которое можно назвать клиентским, наше приложение начинается с онбординга, потому что внутри есть важные функции, о которых стоит сразу на старте рассказать. Обязательно стоит предупредить о том, как оно работает, обязательно стоит сделать небольшой режим обучения и стоит оценить успех первой сессии в нашем приложении, чем мы, кстати, и занимаемся. Это тоже важно. Надеюсь, я кого-то, кто занимается обычным B2C-продуктом, приятно удивляю, но мы считаем это тоже очень важным, приоритетным. Поэтому онбординг – одна из ключевых частей, и с нее я начал. Дальше расскажу о предмете для нашей гордости, а именно об инструментах, которые позволяют создавать по-настоящему гибкий, по-настоящему релевантный запрос у курьеров график. Вот на слайде видно, здесь пара скринов интерфейсов, где можно выставлять себе, планировать свое время, ожидаемое время, в которое курьер может быть доступен, а также ожидаемое время не только в конкретный день, но и за большие периоды, за месяц или за неделю, что позволяет более продолжительное и финансовое планирование проводить и быть более уверенным в том, что будет завтра или послезавтра. А для тех, кто выполняет какие-либо, кто когда-либо работал, в общем, с рынком курьеров, я думаю, нет никаких сомнений, все понимают, что планирование и деньги – это самое важное. Для того, чтобы немножечко раскрыть тему, почему этим приложением чаще пользуются и лучше пользоваться, конечно, в нерабочее время, стоит сказать о функции обратной связи и поддержки. Потому что у нас есть обратная связь не просто как какой-то раздел специальный в приложении, отдельно лежащий, которым редко кто пользуется, там, или которым пользуется, когда надо понять, почему приложение не работает. У нас это ежедневно, если кто-то работал какие-то смены, ежедневный формат обратной связи, в котором можно абсолютно субъективно, абсолютно откровенно, без купюр оценить, во-первых, смену, во-вторых, написать все то, что реально на ней происходило, потому что есть независимая группа коллег в операционном департаменте, которые разбирают каждую из этих обращений, если что-то не так. Естественно, пятизвездочные мало кто разбирает. И по результатам проводится реальная работа, направлена на то, чтобы решать какие-то запросы, актуальные запросы курьеров. Дальше у нас есть там специальный раздел, где контролируются доходы, какими бы они ни были. В частности, вот здесь вот у нас есть скрин с чаевыми и с подробной статистикой о том, все по часам, все по заказам, все по любым разрезом статистики, которые могут быть интересны и полезны для курьеров-партнеров наших, потому что есть такой запрос, часто хочется коллегам перепроверять информацию, они считают это важным, а мы считаем это важным также, потому что это помогает нам выстраивать доверительные отношения. И внутри приложения, наверное, еще расскажу про специальный раздел такой, где мы сейчас собираем различные скидки, промо-акции и прочие бонусы и плюшки для тех, кто каждый день в розовой форме доставляет заказы. Пока что там есть из интересного, наверное, скидки на велики, на ремонт великов, на покупку великов, скидки на образование в скиллбоксе и скидки на корпоративную связь. Есть также ряд еще интересных других вещей, но ими меньше всего пользуются, поэтому я, наверное, про них не буду рассказывать. Наверное, стоит сказать, что с недавнего времени, по-моему, летом, благодаря партнерам из Ренессанс страхования удалось создать замечательный продукт страхования, воспользоваться которым можно легко и просто через приложение, что достаточно редко, к счастью, потому что таких страховых случаев не возникает, достаточно редко бывает использовано курьерами, но возможность такая есть, и нам кажется, что это очень важно, и это помогает выстраивать лучшие отношения. Теперь немного хочу рассказать про то, как мы создаем свои инструменты, как работает команда. Команда у нас выделена, продуктовая, там есть и продукты, и дизайнеры, и QA, и бэк, и фронты, и мобильные разработчики. Стараемся использовать современный стек технологий.
У нас, если мы говорим о мобильном приложении, то это React Native. У нас не Flutter, конечно, но тоже кроссплатформенные. Мы стараемся быть в тренде, стараемся делать инструменты максимально производительными, удобными и кроссплатформенными. Если говорить о продуктовых методах работы, то используем весь возможный и доступный арсенал общения с нашими клиентами, потому что можно сказать, что это действительно наши клиенты. Такие же тесты, такие же опросы, глубинные интервью. Часто в Гембу ходим в дарксторы, и продукты действительно работают курьерами. Такое тоже происходит. Интересный факт вот из недавнего исследования прочитал, не сам проводил, читал о том, что примерно 6 из 10 курьеров интересуются инвестициями, причем не просто интересуются, как вы знаете, там, что-то рассказывают о Форексе или еще что-то в этом духе. Нет, они действительно читают профильные издания, проходят обучение, используют приложения для инвестирования. Это стало большим интересным открытием, которое, возможно, позволит нам как-то повлиять на улучшение программы и их мотивации. С точки зрения инструментария пост-аналитики и аналитики в реальном времени, инструменты также выглядят как будто бы, наверное, знакомыми. Для участников конференции здесь даже, думаю, не стоит перечислять, что видно на слайде. С точки зрения метрик, ключевая, конечно же, метрика для нас – это удержание. Ну, потому что чем дольше, с точки зрения бизнес-юнита, чем дольше с нами времени проведет курьер, тем для юнита это лучше, тем это выгоднее нам. Отслеживаем несколько отсечек, 40 часов в месяц, 6 месяцев. Это самые важные отсечки, на них мы смотрим постоянно. Все остальное абсолютно опционально. Также еще важным показателем для нас является часть воронки, где есть конверсия в найм. И я вот показывал вам пару слайдов ранее. Специальный экран Самокат Pro, где мы отслеживаем ожидания курьеров по их доступности, тому, как они хотят и сколько они хотят работать. И вот соотношение ожидаемых часов к фактически отработанным часам также является для нас очень важной метрикой, потому что вот в августе этого года мы проводили исследование и выяснили, что если мы хотя бы на 70% не удовлетворяем спрос на труд, то, к сожалению, с почти 90% вероятностью тех, кого мы не удовлетворяем, мы теряем. Соответственно, ключевая наша метрика от этого страдает, поэтому опережающее из нее соотношение ожидаемых к фактически отработанным смотрим часто и регулярно. Я думаю, что у некоторых мог возникнуть вопрос. Окей, прикольно, у вас там целая продуктовая команда, вы делаете какой-то интересный сервис, внутренний сервис. Но как эта штука помогает зарабатывать деньги? Собственно, способов как-то влиять на бизнес компании, давать какой-то импакт, сугубо два. Либо бизнес-юнит будет зарабатывать и приносить денег больше, либо бизнес-юнит будет помогать тратить меньше. И в истории с Самокат Pro мы идем по второму сценарию, то есть мы помогаем тратить меньше, оптимизируя разные процессы. Ну, не знаю, например, учимся нанимать дешевле, учимся управлять оттоком сотрудников различными способами, управляем ожиданиями по рабочему времени и помогаем и поддерживаем в любых ситуациях, потому что часто бывает, что в какой-то экстренной ситуации помочь, сказать какое-то важное слово, поддержать, значит оставить в партнерстве, оставить в отношениях с компанией человека надолго. Расскажу пример, который легко было не закрыть NDA. Не так давно перед нами стояла задача, которая у нас пока на тот момент не была автоматизирована. Но надо было срочно, резко найти в один момент в определенной территории 500 человек курьеров на смену в течение недели. Способов решения два. Либо искать новых, срочно там увеличивать найм, расширять воронку на вход. Либо каким-то магическим образом реактивировать старых. Для реактивации старых у нас не было инструментов. Все, что делалось раньше, это какой-то мануальный обзвон, может быть, или там какая-то рассылка по старой базе где-нибудь в Телеграме, ну или любой другой кустарный способ, который не был никак описан, структурирован. Подошли продуктово, подошли достаточно стандартно для какого-нибудь сценария реактивации
Нашли специальную аудиторию неактивных, тех, кто когда-то был активен, не так давно желательно, тех, кто хорошо оценивал свои смены, оценил свой труд и свои ощущения от этого труда. Собрали несколько вариантов текстов для них, пропушили, раскидали смс-ок, и буквально там за два дня мы смогли все 500 смен укомплектовать на 100%. Если бы мы нанимали этих людей, если бы мы тратили деньги на найм, мы в этот же момент смогли бы потерять значительную сумму денег, миллионов рублей, и при масштабировании, как я вам сказал, у нас примерно 40 тысяч курьеров по всей стране, а осенью их количество и зимой, уж тем более в декабре, январе, будет еще увеличиваться, мы бы тратили значительно большее количество денег на автоматизацию, на то, чтобы доставать их, на то, чтобы укомплектовывать смены людьми каждый раз. Все это возможно благодаря продуктовому подходу, выделенная команда, стандартные инструментарии, стандартные для B2C инструментарий, я говорю, опора на метрики, опора на полезный эффект, обязательное ориентирование на данные, которые позволяют нам принимать правильные и экономически эффективные решения, потому что только такие решения позволят сделать инструмент, создать вообще такую инфраструктуру, которая будет выделяться, будет нашим конкурентам преимуществом на рынке. Наверное, еще расскажу про пару вещей в будущем, потому что будущее обещает быть интересным, и, наверное, в конце года, а уже, я надеюсь, вы все готовитесь к Новому году с начала ноября, это хорошая традиция в конце года рассказывать о том, что планируем в году будущем. И хочется об этом рассказать, поделиться, что же будет в Самокат Про. Мы смотрим на курьеров как на новое золото, потому что ставки растут, labor cost растет. Все это кажется каким-то постоянным, как будто бы не останавливающимся процессом. И одним из способов с нашей стороны этот процесс каким-то образом притормозить, сделать его более контролируемым, управляемым, это модернизировать такую известную всем аббревиатуру, как HR, которая в действительности есть Human Resources, в Human Relations, потому что мы считаем, что в хороших отношениях, в хорошем партнерстве, помимо, естественно, материального фактора, который у нас более чем конкурентен на рынке, нематериальные какие-то преимущества, блага, могут быть одним из ключевых факторов при принятии решения, где трудиться. Потому что для нашей команды это будет важно не только в России, но это будет важно и за рубежом. Не так давно, в сентябре месяце, я думаю, некоторые слышали, что сервис доставки продуктов Bike появился в Нью-Йорке. Это близкий нам по духу сервис, потому что коллеги, которые работают в Нью-Йорке, это наши коллеги, наши боевые товарищи, с которыми мы работаем плечом к плечу. И технологии, которые мы разрабатываем сегодня в ПРО, которые актуальны для рынка российского, в ближайшее время будут актуальны и ценны для рынка международного. Именно таким образом мы их стараемся сейчас проектировать, именно таким образом мы стараемся их реализовывать, потому что нам важно, чтобы где угодно, от Нью-Йорка до Калининграда, технологии были едиными, они были экономически эффективны и помогали нам завоевывать все больше и больше рынков. Надеемся, так и получится. Точнее, не просто надеемся, мы так планируем. А если говорить о том, что конкретно может появиться, то я бы поделился с вами несколькими планами, которые, во-первых, интересны лично мне, во-вторых, которые нам не запрещает наш юридический отдел. Хотим создать с помощью Самокат Про коммуникационную платформу. Она будет напоминать привычные медиа с привычными форматами контента, но мы считаем это важным, поскольку после ряда исследований выяснили, что такой функции, такого типа взаимодействия между большой-большой компанией, каким-то большим-большим брендом и маленькими-маленькими как будто бы людьми, такого вида взаимодействия не хватает, и надо это исправлять. Планируем развивать и создавать новые механики и программы лояльности, потому что только скидки и бонусы, это, конечно, хорошо, но это всего лишь на уровне с рынком.
мы ставим перед собой амбициозную задачу делать нечто большее, нечто более значимое и полезное, релевантное запросам тех, кто в розовой форме доставляет заказы. Хотим также создать собственную систему обучения, потому что, как я уже вам и сказал, способ заработать, точнее, способ принести импакт, это либо заработать больше денег, либо сэкономить. Но в текущей модели того, как проводится нами обучение, адаптация, ассессмент, это стоит достаточно недешево, это стоит дорого, дороже, чем потенциальное решение, которое мы можем сделать самостоятельно, собственно, инфраструктуру разработать и поддерживать нам будет удобнее. Поэтому планируем в том числе командой Самокат Pro это реализовать. И хотим добавить элементы геймификации, поскольку также вот в вопросе, в котором уже я непосредственно участвовал, курьеров, был серьезный запрос на то, чтобы добавить какой-то соревновательный элемент, потому что между дарксторами есть уже на самом деле соревнования, у них там есть определенный набор показателей, по которым они считают, кто лучше, кто хуже. И им интересно видеть это в режиме реального времени, им интересно какие-то соревнования, какое-то развитие, какой-то прогресс. Все как в игре. Ну, много молодых ребят, я думаю, много из них играют в игрушки разные, поэтому такой интерес есть, и мы постараемся его удовлетворить. Таким будет наше будущее в самые ближайшие месяцы. Возвращаясь к началу своего доклада, я бы хотел еще разочек ответить на вопрос, есть ли какие-то отличия у курьеров в розовой форме от других. И кажется, что единственное отличие, которое мы для себя выделяем, которое мы считаем важным, это то, что курьер для нас как клиент. Курьер – это клиент, потому что мы используем те же инструменты, те же способы и подходы, такой же уровень заботы и важности уделяем тем, кто работает каждый день, тем, кого видит каждый день, и тем, кто на самом деле является лицом большого-большого сервиса, большой-большой гоночной команды, что действительно нам дает возможность и основу для утверждения именно того, который видит сейчас на экране. Курьер – это действительно клиент, и именно так к нему надо относиться. Именно так надо, как мы считаем, относиться к любой массовой профессии, вообще к любой профессии. Потому что профессии могут быть абсолютно разными. И наверняка вот мы сейчас открыли для себя формулу отношения к тем, кто трудится, к нашим курьерам-партнерам. Наверняка есть еще какие-то другие профессии, возможно, в ваших отраслях. Я уверен, что так оно и есть. Если такие профессии у вас существуют, пожалуйста, напишите в чате с вопросами, как вы считаете, к кому еще можно относиться как к клиенту. И на этом я перехожу к завершению своего доклада. Большое спасибо. Пожалуйста, если вам было интересно, напишите мне свою обратную связь в комментариях. Задайте вопрос, это важно. Если вам интересно обсудить какую-то тему более приватно, более кулуарно, мой телеграм на экране, вы можете со мной связаться. Если кому-то из продуктов будет интересно обсудить работу, может быть, пожалуйста, ребята, пишите, я всегда открыт и доступен.